Всем привет! Сегодня мы будем делать трубку для стрельбы дротиками. И дротики тоже будем сами делать. Но трубку мы не будем делать, но у нас уже есть. Будем только дротики делать. И потом испытаем их. Сначала сделаем устройство, при помощи которого мы будем делать дротики. Сначала нам понадобится картон. Закручиваем его в форму конуса. Вот таким образом. Вот, он должен быть закручен приблизительно как колпак на день рождения картонный. Все, теперь, когда мы закрутили, можно отрезать низ, чтобы удобнее было его поставить, и сверху накручивать бумагу. Все, подставка уже готова. Теперь берем стикер, закручиваем вокруг подставки и закрепляем скотчем. Только когда мы закручиваем, надо оставить сверху немного места, то есть не вплотную закручивать. Сейчас покажу. Вот. Если натянуть, то тут есть немного места. Теперь берем нашу трубу, посовываем сюда стикер и вот так вот немножко прокручиваем. У нас получилась линия, по которой необходимо отрезать. Теперь берем наш наконечник пинцетом и капаем вовнутрь немного клея из клеевого пистолета. Все, теперь ждем, пока клей застынет. Также можно сделать еще патрон другого типа, кладем вовнутрь гвоздь, для этого мы сверху оставляли небольшое отверстие. Берем пинцет. И точно так же заливаем клеем. А для тех, у кого нет клеевого пистолета, то же самое можно сделать пластилином, либо полимерной глиной, либо различной замазкой, которая продается во многих магазинах строительных. Пузырьки лучше пробить. И теперь держим так до полного высыхания. Мы возьмем небольшую коробку, будем туда втыкать, для того, чтобы наши патроны здесь стояли, высыхали. Давайте теперь испытаем наше орудие. Это круто. Давайте. Нормально. Вон, ну нормально забивается, фиг достанешь теперь. Зашло где-то на 1-2 миллиметра. Давайте еще раз пробуем стрельнуть. Гвоздь спокойно забивается. Сейчас посмотрим, на какую глубину он заходит. В этот раз гвоздь зашел на 3 миллиметра. Испытаем теперь дротик без гвоздей. Макс, поставь бутылку. Сейчас мы испытаем этот дротик на человеке. О, вот так у тебя жопа вообще в фокусе, отлично. Давай еще раз. Вот такие крутые дротики для трубы из ПВХ мы сделали. Это можно использовать только для развлечения, то есть нельзя стрелять из этого в людей, потому что это опасно. Это очень больно, не надо этого делать. Вот. Дети, не пытайтесь это повторить, то есть можете вместе с родителями такое сделать, там пострелять в игрушки, а так сами дети это не делайте. На этом все, надеюсь, вам сегодняшнее видео понравилось. Всем пока!